Так, это блузки. Так, бренд Street One, размер средний. Позиция называется блуза с крем. Это Англия, как вы догадались, уже категория крем. Так, тут у нас, по-моему, блузки, рубашки, туники. Так, H&M, 44-й размер указан, европейский. Так, тоже H&M, но размер, к сожалению, не указан. H&M 40-й размер, европейский, то есть 46-й российский должен быть. Так, тут XL, большой размер. Бренд Esprit. Размер, кстати, средний. Так, вновь H&M. У нас H&M здесь очень много. 40-й размер указан европейский. То есть 46-й примерно получается российский размер. Так, бренд Jessica. Это Cecil. Размер XL. Большой размер. Бренд Веромода. Размер, кстати, XS написано. Вот тут вот желтые пятна, видите, да? Так, бренд Esprit. Примерно 46-й российский размер. Так, Esprit XL. По-моему, большой размер здесь. Так, это бренд Zero 38 размера, то есть примерно 44 российский получается. 38 здесь указан. Такой же размер. Элька. Так, вот тоже среднего размера рубашка. Состав лен. Так, вот это у нас полиэстер идет, вилла, размер S, маленький размер. Так, M-ка 38-40 написано, то есть примерно 44-46 должен быть российский размер хлопок. А это бонита 40-го размера, полиэстер. Так, здесь размер примерно 48-й, наверное, скорее всего. Есика, 36-й размер указан. Примерно 42-й российский получается. Так, это у нас Англия. Мешки по 12, по-моему, килограмм. 38-й размер указан. Бренд Anisu. Размер L. Так, бренд Oliver. Тридцать восьмой размер, европейский. Шелк идет, 100% шелк. Так, Бенотти, размер S, полиэстер. Тридцать восьмой размер указан, европейский. Уже, кстати, небольшой размер. Массимо Дутти. 36 размер. Маленький размер. Так, мультиблю. Написано 152 сантиметра рост. То есть получается примерно подростковое. Размер 2XL. Эска. Бренд Орсей. Забери, пожалуйста. Так. Слушай, это сделай ровное положение, пожалуйста. Неудобно брать. Бренд Anisu, размер S.
есика большого размера. Так, тут размер указан какой? 36, 38. Бренд H&M, 38 размер указан, европейский. Так, тут 42, то есть примерно 48 получается российский размер. Так, тут, к сожалению, размер не указан. H&M 46 европейский размер. Так, H&M 36 размер указан европейский. XL, здесь большой размер. 42 размер. Вот я сейчас смотрю, в основном идет полиэстер. Хлопка не так много. Веромода размер L. МК, 100% хлопок пола. Тут М, полиэстер. Так, с этикеткой. Размер не вижу, но, по-моему, небольшой этот размер. Так, 40-42. H&M, S-ка. Бренд Оливер. МК, Клок Хаус с этикеткой. ТСМ, 36 размер указан, состав хлопок. 42 размер, XL тоже, кстати, хлопок. Бренд Only, размер XS, полиэстер. Локхаус, SK, хлопок. Так, H&M, 44 размер указан, то есть, в принципе, большой размер. Примерно 50 должен быть российский. Так, XL, 42 указан, примерно 48, наверное. SK. Атмосфера 36 размер. H&M 40 размер указан европейский, то есть примерно 46. Бренд Tailey Whale, vale, размер XS. Так, H&M, M-ка. Бренд Amisu. Систес Point, размер XS, Max, S-ка, маленький размер. Это Оливер, М-ка. Так, 42 размер хлопок. H&M. Кстати, полиэстер. Или полиамид. Only 38 размера. Так, тут размер у нас указан 16, то есть, в принципе, большой размер получается. Так, это Clock House. Кстати, хлопок и размер большой. 4XL, 52-54 написано. 36 размер указан. Здесь, к сожалению, нет бирки. Есика. 50 размер. Тоже большой размер. 56 должен быть российский. Хотя не факт. Бренд Tailey Whale. 36-38 размеры. S-ка.
Так, 36-й указан размер. Так, Амису XS. Тут без бирки. Есика. Так, М-ка. H&M 40-й размер, европейский, лен. Бренд Zero, 36-й размер. Тут тоже, кстати, 36-й указан размер. S-ка, туника, состав хлопок. Размер маленький. Так, вот тоже размер маленький здесь. 46-й указан размер. Так, тут бирки нет. Состав хлопок. Sisters Point S-ка. Полиэстер. М-ка. Средний получается размер. Так, бренд Вилла размер L. И последняя вещь из этого мешка в пакете. 40-й размер указан европейский, маечка. И на этом все.